Вот такие крутые гаджеты ты увидишь в этом видео. Ставь лайк и смотри до конца, будет интересно. Привет! Хотите увидеть наикрутейшие товары, гаджеты и необычные игрушки для взрослых и детей? То вы увидите все в этом ролике. Множество товаров идеально подойдут для подарка на Новый год любому члену вашей семьи. И если вам что-то захочется купить, то обязательно используйте кэшбэк. С ним вы сэкономите часть денег из любых своих покупок в множестве интернет-магазинов. Не оставляйте деньги китайцам, экономьте по полной. Готовы смотреть ролик? Ставь лайк и погнали! Начну я сегодня с набора из 4 крутых игровых лазертаг бластера для увлекательной интерактивной командной игры. Данная игра абсолютно безопасная, так как для стрельбы используется свет, музыка, инфракрасные датчики и чувствительный элемент в самом бластере, который будет вибрировать при попадании в игрока. Расстояние между игроками при этом может быть до 40 метров. С левой и с правой стороны каждого бластера имеются 3 индикатора, которые сигнализируют жизнь. Посередине расположен световой индикатор команды, а с левой стороны кнопка выбора команды и кнопка выбора типа оружия. Снизу на рукоятке расположена кнопка перезарядки. Также есть световой и звуковой индикатор, сигнализирующий стрельбу. Микродрон. Один из самых маленьких, который поместится у вас в ладони. Вы получите море удовольствия, запуская его в помещении, либо на улице. В комплекте идет удобный джойстик. Дрон легко брать с собою. Он занимает совсем немного места. Вместе с дополнительными лопастями и джойстиком, который также небольшого размера, он удобен в использовании. Дрон быстро заряжается и имеет большой радиус действия, а цена делает этот квадрокоптер, кроме всего прочего, хорошей и недорогой игрушкой. Идеальный вариант для оригинального подарка, который поможет оторвать ребенка от планшета или смартфона. Знакомьтесь, это роботизированная интерактивная собака, оснащенная множеством функций, с помощью которых она существует как настоящая собака. Жидкокристаллические глаза показывают внутреннее состояние вашего любимца, радость, стеснительность и даже любовь. Как и все домашние питомцы, не всегда ведет себя послушно, когда разыграется. Это удивительный, верный и порядочный друг семьи, который не требует к себе дополнительных хлопот, таких как выгуливание, прививки и питание. Бумажный электросамолет. Первый в мире бумажный самолетик, управляемый смартфоном. Технология Bluetooth Smart обеспечивает более 10 минут полета. Управление путем наклона смартфона или планшета вправо или влево для маневрирования, а также есть возможность подъема или спуска. Скорость полета 8 км в час. В комплект такого модуля входит 2 блока управления, питание и каркас. Модуль управления – это пропеллер и руль. Модуль питания – это аккумулятор и Bluetooth-передатчик. Пилотировать бумажный самолетик после запуска можно в обе стороны, направо или налево, и даже заставить набрать или снизить высоту полета. Печально, что заряда аккумулятора хватает только на 10 минут леталки. Самолетика можно управлять на расстоянии не больше 55 метров. Очень классные стельки с подогревом. Теперь комфортный микроклимат внутри ботинка, сапога или башмака – это реальность. Представьте, как все вокруг пританцовывают и стучат ногой об ногу в надежде согреться, в то время, когда вы спокойно прогуливаетесь в тепле. Ваши мысли могут быть заняты чем угодно, кроме того, как бы скорее отогреть замерзшие ноги и пальцы. Кстати, несмотря на то, что стельки с подогревом используют электричество, вам не будет мешать ни один проводок, потому что их попросту нет. Подогрев можно выключить или включить на средний или максимальный режимы, всего лишь одним нажатием кнопки на пульту дистанционного управления. Одного заряда хватает до 5 часов работы. Мощное беспроводное зарядное устройство. Оно совместимо с устройствами, поддерживающими технологию QI для беспроводного подключения. Также модель имеет функцию контроля температуры, благодаря чему прибор надежно защищен от перегрева. Светодиодные индикаторы сообщают о состоянии самого устройства и степени заряда заряжаемого гаджета. Зарядка совместима с новыми моделями телефонов, поддерживающими беспроводную связь QI. Изготовлено устройство из высококачественных материалов, которые сослужат вам долгий срок службы. Данная модель имеет противоскользящее резиновое покрытие, не допускающее скольжения вашего смартфона во время зарядки. Компактные размеры прибора позволяют разместить устройство в любом удобном для вас месте. Стильный садовый светильник на солнечной батарее. Предназначен для декоративного освещения садово-парковых территорий и объектов, дорожки, клумбы и предметы малой архитектуры.
Садовый светильник на солнечной батарее – это практичное решение для ландшафтного дизайна вашего сада. Такой светильник отлично подсветит ваши клумбы или садовую дорожку в темное время суток. Светильник готов к эксплуатации под открытым небом при температуре от минус 5 до плюс 60 градусов и относительной влажности до 70%. Заряжаясь днем от солнечного света, газонный светильник зажигается лишь только тогда, когда наступит темное время суток. Встроенный сенсор автоматически включит свет при освещении менее 5 люкс. Широкоугольная камера, в которой широкоугольный объектив профессионального уровня с углом обзора 112 градусов и двухнаправленным диапазоном вращения, позволяет превосходно охватывать панорамные пейзажи с практически нулевым уровнем затемнения поля зрения. Кроме того, она обладает высоким разрешением 620 PHD. Удобная система навигации и управления позволяет вам осуществить полный контроль над всеми функциями гаджета. Вы можете сохранить до 8 настроек в качестве закладок и легко вернуться к ним одним нажатием кнопки. Также вы можете выбрать функцию «Автокруиз» по горизонтали на 360 градусов или задать алгоритм действия камеры с учетом созданных закладок. Выберите автоматический режим «Круиз» на весь день или настройте круиз-периоды для того, чтобы ничто не ускользнуло от объектива гаджета. Это купольная камера. Она защищает вас и вашу семью круглосуточно без перерыва. Стильный и мощный кулер для ноутбука. Если при интенсивной работе ноутбук сильно нагревается и встроенный кулер не справляется с поставленной задачей, данный USB-вентилятор поможет предотвратить перегрев. С помощью данного кулера можно снизить температуру элементов ноутбука до 20 градусов. Прибор состоит из корпуса, в котором размещен вентилятор, и имеется регулятор мощности. В комплект входят три силиконовые насадки под разные типы решеток, съемная пластиковая подставка под силиконовую насадку для более плотного примыкания, кабель питания USB и дополнительные мягкие наклейки, которые можно использовать в качестве антискользящих ножек. Данная модель хорошо борется с высокой температурой ноутбука. При аккуратном использовании вентилятор для ноутбука послужит вам долгое время. Классная готовая RGB-лента. Особенностью данной ленты является возможность выбора цветов и оттенков освещения, что позволяет создать феерию цвета, привнося в дизайн вашего пространства новизну и неповторимый стиль. Многоцветная светодиодная лента используется для подсветки архитектурных и интерьерных элементов. Арки, потолочные и декоративные ниши, подвесные потолки, барные стойки, светопрозрачные конструкции будут выгодно освещены, а пульт управления светодиодной RGB-лентой позволит вам выбрать стиль освещения по вашему вкусу и настроению. Выполнена на основе гибкой самоклеящейся печатной платы с прочным клеевым слоем. Светящийся под музыку светильник Pac-Man. Этот светильник создан по мотивам всеми любимой аркадной игры с забавным колобком, поедающим точки и набирающим очки. На его пути к победе встают привидения, всячески пытающиеся помешать герою в достижении цели. Именно этот персонаж вдохновил дизайнеров на разработку забавного светильника. Светильник работает в одноцветном, 16-цветном и мигающем режимах. Также есть функция Party. Он начинает светиться разными цветами в такт музыке. Эмоциональный робот-помощник для дома. Знакомьтесь, перед вами Вектор. Самый продвинутый миниатюрный домашний робот из когда-либо созданных. Этот любопытный маленький друг состоит из передовых технологий, которые обеспечивают ему крайне реалистичное поведение. Он может видеть, слышать, распознавать людей, исследовать пространство, находить свою зарядную станцию, реагировать на ситуации и много чего еще. Вектор реагирует на ваш голос. Просто скажите «Хей, Вектор!», чтобы активировать робота. Даже если вы окликнете его назад, он развернется и будет готов к взаимодействию. Этот робот счастливее всего тогда, когда помогает, поэтому задайте ему интересующий вас вопрос, например, о прогнозе погоды. Также он может установить таймер по вашей просьбе, сыграть в блэкджек или сделать фото. Этот робот самостоятелен, если вас нет дома, а он подключен к домашней сети Wi-Fi, то скучать он не будет, а займется изучением мира вокруг себя. Очень полезные автоодеяла с подогревом. Мороз настигает нас не только в доме, но и в наших автомобилях. Поэтому нам на помощь приходит одеяло с подогревом, работающее по принципу электрогорелки. Оно работает с помощью прикуривателя автомобиля и может поддерживать температуру в 30-50 градусов. А благодаря длинному проводу автоодеяло можно использовать и на заднем сиденье. Оно начинает греть уже через несколько секунд, а всего через 5 минут оно достигнет максимально высокой температуры в 50 градусов. Ухаживать за одеялом совсем не трудно. Для этого нужно иметь под рукой влажную ткань или мягкую щетку. Вот и все. С
Селфи-дрон нахально ворвался в нашу жизнь. Казалось бы, еще год назад подобное словосочетание могло вызвать у нас улыбку. А сегодня карманные беспилотники с камерой являются неотъемлемым атрибутом молодежи и модных блогеров. И, видимо, я не модный блогер, так как у меня такого дрона нет. Ну и ладно. Что же касается начинки дрона, то он имеет мощный процессор, систему уклонений от препятствий и функцию умного трекинга. А еще двухосевой подвес является одним из лучших на рынке. А четыре камеры снимают классное видео и делают 12-мегапиксельные фотографии. Отдельно стоит отметить полетное время, которое впечатляет. Это целых 23 минуты, что реально классно. А это уникальный прибор, в основе которого лежит запатентованная система шуруповерта с двумя патронами. Легким движением руки вы сможете поменять патроны местами, не прерывая процесс работы и не привлекая для этого вторую руку. Таким образом, в патроне этой аккумуляторной электродрели может одновременно находиться сверло и бита. Сначала вы просверливаете отверстие, а потом заворачиваете в него саморез. При этом вторая рука в этот момент держит объект монтажа. С таким шуриком вам больше не придется бегать со стремянки на стремянку для смены или подбора бит и сверел, и процесс работы станет легким и быстрым, а производительность труда увеличится в разы. Понравилась сегодняшняя подборка? Если да, ставь лайк и делись этим видео с друзьями. А если не понравилась подборка, ставьте дизлайк, но подписывайся на канал по-любому. В будущем будет очень много всего интересного, и самоделок, и подборок, и крутых проектов. Жмите на колокол, чтобы не пропустить все это. Рад был для вас стараться. Хорошего дня или вечера. Всем пока!